Ajanulambito bhujau kanaka bodato Shankirtanai kapitaro kamala yathaksha Vishambaro vijabaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pada Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin cha muktin cha dada sinittam bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Badane Lakshmi Jasacha Bakshasi Jasyasthi Hide Sambhid Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Isvaranam vachah satyam tathiva charitam kachit. Tesham javato vacho yuktaha buddhimam stam samacharit. Isvaranam vachah satyam tathiva acharitam kachit. Tesam javacho yuktam buddhimam tam samacharit. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said, Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал, что мы должны избавиться от мана дхармы и шарир дхармы, любая обычная дхарма, связанная с нашим телом, умом, обществом, она как-то беспокоит нас. И вот Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупада Парамхамса Джагадгуру сказал, так или иначе мы должны избавиться от нашей манодармы, шарир-дармы, социальной дармы и все остальные обычные дармы, мы должны избавиться от них. И тогда, и только тогда мы начнем Бхагават-дарму, Атма-дарму, Джайва-дарму. И тогда мы можем начать ее. В материальном состоянии полном анартх в этом случае невозможно для нас начать настоящий харибаджан. Мы можем пытаться, конечно, практиковать, но настоящий харибаджан мы не сможем начать. И всю жизнь, если мы будем практиковать, если мы не сможем начать даже садхан-бхакти, садхана-крию всю жизнь, мы можем пытаться, конечно, но это не прощение. Мы не можем как-то возвыситься в практике преданности. Шрила Прабхупада выражает трансцендентное сожаление. Шрила Прабхупада говорит, я пытался вырубить джунгли,
неправильных концепций, неправильные сиддханты, неправильного поведения. Ну, имеется в виду, боролся со всякими превратными представлениями о духовности. И вот я брал меч знания, пытался как-то прочистить дорогу в этом лесу, в этих джунглях невежества. И хотел дать так много всего им, такого сокровенного, но не вижу достойных личностей, которые могли бы принять все это. И всю жизнь я занимался такой предварительной проповедью. И таким образом я хотел... дать так много, но не вижу никого, кто мог бы принять это. Или моя иллюзорная энергия, она очень сильна. Я не обвиняю никого, обвиняю только себя. Но все же иногда я говорю достаточно строго, не из-за зависти или гнева, а для абсолютного блага этого мира. Я вынужден говорить так. Иллюзорная энергия майя, она очень сильна. Так или иначе, майя не может позволить нам стать свободными от лицемерия, от двуличности. Это естественно, майя нам постоянно мешает. И вот Харикатхана подобна операции. Но кто-то думает, что Харикатха — это подобно шуткам, и пытается сделать меня слугой или каким-то актером в какой-то драме. Посвящение инициации, что это? Многие, ну, так называемые, кто посвящил, даже среди получивших посвящение, мало кто видел трансцендентную даму, слушал трансцендентную харикатху и по-настоящему видел и чувствовал настоящих вайшнавов. И не у всех есть возможность все это получить и услышать подлинную харикатху, иначе как это возможно для них нападать на меня? Когда увидел фотографию одного демона, я подумал, что какой-то демон, как Хираньякашипу, Равана. И вот такое состояние, оно обладает везде. Шрила Прабхупада говорит, те, кто возвышенные преданные, они могут встретиться с различными нападками. Но те, кто идут на компромисс с майей, люди на таких обычно не нападают, а наоборот выражают почтение всякое и не возражают их деструктивной деятельности. А нападки, как правило, происходят на чистых преданных, которые хотят утвердить абсолютную истину. Почему так происходит? Поскольку они хотят утвердить абсолютную истину. И поэтому они вот встречаются с такими сложностями, те, кто идут на компромиссы с майей, для них не проблема. Но Шрила Прабхупада говорит, что это не смирение. И вот такие сладкие слова, которые внешне кто-то говорит, внутри такого человека может быть какой-то демон, какой-то равана. И это не зовется Тринадапи. Но люди, что делать?
Мой вопрос вам. Это мой вопрос к вам. Если вы Если кто-то что-то публикует в интернете публично, то об этом все узнают. Но не все, но желающие. И если что-то публикуется в публичном доступе, то ну, это в публичном доступе, если кто-то возмущается этому, что кто-то где-то перепубликовывает, то в чем проблема? Если это было не скрыто, то, точнее, если бы это было не для общественного доступа, то не нужно было бы публиковать. И вот как я когда-то уйду из этого материального мира, и но люди все равно узнают о фактах. У настоящего саду не должно быть, точнее, нет никаких секретов. В общем, неважно, кто-то спрашивает какой-то публичный вопрос или приватный, личный саду, ничего скрывать. Шрила Бхактивинода Тхакура или Шрила Прабхупада или Шрила Кешава Госвами Махарадж. Они все, что они говорят на публике или в какой-то личной беседе, это все едино. И вот харикатхана подобна операции. И если Гуру Вайшнава делает операцию, то этот пациент может кричать, как в Дели, в восточном Кайласе, район такой, в Делийском. Махараджа пригласили какой-то человек, там бесноватый был. Вот. Пригласили этого беса выгнать. И вот Махарадж пытался, этот бес, он громко кричал, возмущался и угрожал. И вот люди даже хотят найти недостатки в Нитинанде, что говорит, говорить обо мне, Бон Махараджа или Сидар Махараджа. Даже в Нитинанде не находят недостатки в нашей Сампрадае, но в кавычках. То есть есть даже такие люди, а наша Сампрадая должна быть чиста, и под именем проповеди мы должны очищаться, а не собирать мусор день за днем. И вот таким образом я могу показать. Никто не говорит. Кто-то хочет стать великим вайшнавом, скрывая факты, ничего не говоря, замалчивая все. Думаю, что вайшнавы должны все игнорировать, не замечать и прочее. Вот однажды какой-то ачарья написал какую-то ересь про Нитянанду, причем много писал. И вот написал, что Нитянанда не может жениться, поскольку он саньяси.
женился на своих ученицах, но как-то глупо это все, поскольку Нитянанда Джахнова и Васудха — это его шакти, а не какие-то обусловленные души. Но никто не возмущался. И вот, к сожалению, некоторые думают, что молчать, видя какую-то ее ересь, не замечать, игнорировать, это имеет какое-то отношение к вайшнавизму. Если кто-то говорит о Шриле Прабхупаде, то очень много возмущений возникает. Они могут поклоняться Шриле Прабхупаде, и ты предлагай, но вот, чтобы говорить об его учении, до этого мало кто додумывается. И вот Нитянанда Прабху и Бхактивинода Тхакур говорят об Адхут Саньяси. И вот я говорил, что саньяси может быть, ну, внешне, если кто-то носит одежду саньяси, это далеко не значит, что человек саньяси. Он может просто быть этим лицемером. А может, наоборот, человек не носит одежду саньяси, но по сути он и есть саньяси. То есть нужно смотреть на жизнь, на суть человека, а не на внешнюю одежду. In the name of preaching of God and Buddhism, you go and stay with them, watch their character, behavior, what they are doing. Only they are speaking. We are the disciple of that. Your Gurudev told me, what it concerns me? What it concerns to me? Your Gurudev is a big boss. Whatever he can see, we have to obey. He cannot. He is not bound to give any scriptural evidence. What do you think? What do you think? Big boss, give any example so that I can speak in Mahabharata. You cannot give an example, you cannot tell him, you can speak. Now you would have told. For Lakpuja Pudishta, any Gurudev can speak anything to anybody, for anybody. This is not actually standard. И вот нужно разбираться в Сиддханте. Если кто-то что-то сказал, нужно еще выяснить, при каких обстоятельствах и зачем он это сказал. И также мы должны поддерживать высокие стандарты, чтобы все было хорошо, но не все это могут принять. Возмущаться этому начинают. Что еще сказать? Такая ситуация. И я говорил, мы не должны терять наш стандарт. И сейчас во время Шрилы Прабхупады стандарт был очень высок. Это был стандарт Вайкунтхи. А сейчас, к сожалению, все опускается до адских стандартов. Во времена Шрилы Прабхупады один махарадж, который не мог даже писать, он мог говорить такую великолепную сиддханту, что сам Шрила Прабхупад. You have to draw conclusion. Arun Maharaj,
Это Арани Махарадж был, про кого Шрила Кешава Гау Махарадж с восхищением сказал, что он мой брат в Боге. И вот этот Арани Махарадж по указанию Шрилы Прабхупады в течение недели говорил харикатху, и все слушатели, там было много профессоров, ученых людей. Спросили, по какой дисциплине он получил свою докторскую степень, что он, насколько великолепно он говорит о философии. Он сказал, что это все по милости Шрилы Прабхупады, все. И вот он большую часть ночи он повторял Харинам, несколько часов только спал, но если... Но если кто-то не прославляет таких великих вайшнавов, Балладжи Махарадж cannot bear it. I give you one. Балладжи Махарадж cannot bear it. So Nityananda Prabhu Balaram, those acharyas, big, they will come there. И вот Nityananda Prabhu Balaram. So many question and answer. Pabadananda Pakasananda, in our own samadha, they fight with me, no? И вот какие-то ачарьи, они спорят, что про Прабхудананду и про Кашинанду говорят, что они это тот же самый человек, хотя явно, что это они разные жили в разное время. That is my fault. I cannot cheat them. That's why I cannot change them. If I can cheat them, then I can change them. I cannot cheat them. That is a painful situation of our bhajan field. Такая плачевная ситуация нашего баджана. To give the penalty of that mispreaching. Исправить такое, исправить такую неправильную проповедь, дать 50 займет. They can give one group and attack me. Why are you speaking? You don't know how to honor. Yes, I don't know how to cheat. That's why I cannot honor. I cannot honor. My guru I never told. Pure Vaishnavas, they never told I cannot honor. I honor them. But they're speaking like those soldiers. И вот те сахаджи в Навадвипе кричали, пришли Прабхупаде, что не трогайте нас, проповедуйте свою философию. Нас не трогайте, зачем вы про нас говорите? Почему вам не заниматься своим делом и проповедовать свое учение? А что такое проповедь? Проповедь — это не значит игнорировать все неправильное, что происходит. My acharan, my character, anything you have, you saw me, I can try humbly. Okay, I can rectify you. So, they are speaking like this. And big, big samadhi of those demons.
billions of dollars they are spending for making the samadhi of those demons. So that whole life, you know, life of generation after generation, people can come and be vulnerable and go to heaven. You like to arrange the situation in such a way, И, к сожалению, некоторые проповедуют так, что все становится неправильно. Если кто-то замечает, что у них все неправильно, они возмущаются, как строятся матхи каким-то демоном, что такие глупые люди не имеют возможности узнать, что такое абсолютная истина. If somebody going to quote something and told you, you are not making any concocted philosophy, why you become angry? That's when you have some weakness. Why not you withdraw and put it in the locker? Put it in the locker. Very clever. So this way, still today, we cannot stop selling of that book. You go, they are selling the same books. They don't care. They don't care. И вот та шлока, с которой начала, она очень важна. И о вчерашней шлоке нужно продолжить. Бхагаван говорит, дает нам наставление. И мы должны следовать ему. Если мы хотим имитировать, то в этом проблема. Шрила Прабхупад говорит, Вишудха Сиддханта Вичар, Вайкунтха Вичар и так много людей приходили к Шиле Гуру Кишурта с Бабаджи Махараджи и возмущались учению Шрилы Прабхупады, что Бимала Прасад говорит так. Бимала Прасад говорит, ну так и так. Возмущались. Когда я говорил Харикатху во Вриндаване, в матхе все тоже начали жаловаться, что я говорю так и так, почему? В общем, возмущались правильные сиданти. Во многих местах так происходит. Если начать говорить о Шриле Прабхупаде, то находится куча недовольных. То есть единственная жалоба на Бабджи Махараджа о том, что он говорит о Сиддханте Шрилы Прабхупады. И вот я сказал, что что божества в храме Гурудев, которые находятся здесь для многих, это объекты какой-то коммерции. И этих божеств занимают служение себе, и Гурудева тоже занимают служение себе. То есть кто кому служит, нужно внимательно посмотреть и подумать, служим ли мы Гурудеву или Гурудев служит нам. И вот и вот над Радхаштами я говорил Харикатху, тут какие-то две матаджи перед мандиром начали выяснить отношения. Одна говорила, что это я одежду Радхарани подарила, другая говорила, что ты несешь, это я подарила. И вот начали драться.
тут пузари вмещался, что взяли у него 10 тысяч надежды. Куда-то деньги пропали. Ну, а что с одеждой, непонятно. В общем, не все могут поверить настоящему саду. Tumbichu, you set up, I can keep silence. Okay. Whatever I am doing, you don't speak, and whatever you are, I can go. Oh, I'm controlling. At least externally, people can say, oh, what is rhyming nicely? They can sing. They think I cannot know anything. I can make such an operation, neurological operation of brain and heart. Ну и в большинстве организаций матхов предпочитают замалчивать все происходящее. И делают вид, что игнорировать все это хорошо. И вот, к сожалению, такая ситуация. И вот некоторые люди, ну, в одеждах саньяси и прочих, думают, что лучше набирать в мат каких-то слабохарактерных людей, людей с проблемами, недостатками и прочими отклонениями, поскольку их проще контролировать, они ничему не возмущаются, все игнорируют. И делают вид, что ничего не происходит. Но такие люди не видели даже тени Шрилы Прабхупады или Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шрилы Кешава Госвами Махараджа. И это и есть так. Они не видели даже тени, трансцендентной тени Шрилы Прабхупады или его настоящих спутников. Что говорить о том, что они получили какое-то посвящение у них. Нет, они просто находятся вдалеке от Нитьянанды. Однажды один международный проповедник говорит, что лучше в футбол играть, чем Бхагавад-гиту читать. Даже запись есть его лекции такой, из какой-то X-миссии. Кто-то спрашивает, что такое X-миссия. Ну, Махарадж как бы иносказательно называется, чтобы никто не обиделся, но в индийской традиции называть. Ну, это Робинда, похоже. Он поехал в Чикаго. 20 лекций по Бхагавад-гите, и там говорил, что лучше футбол играть. Но много у него этих последователей достаточно, и вот глупые люди следуют ему. Ну или кто-то из них, ну в общем, какие-то эти, ну в Индии, ну, называть имена нехорошо, поэтому хорошо говорят X-миссия или Y-миссия или там Z-миссия или еще что-то. Кто-то, какой-то другой проповедник говорит, что лучше баклажаны выращивать, чем туласи. И вот во Вриндаване еще какой-то этот лектор есть, тоже говорит какую-то ересь, но глупые люди слушают их, хотя они не цитируют ни единого слова от учения Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, и делают вид, что они его последователи. Хотя если посмотреть, по сути, обычные мошенники. There is a condition, what to do. So, condition is very complicated, very complicated. They don't allow me to speak about Prabhupada and Bhakti. They cannot speak, they cannot allow anybody to speak about them.
countless articles of our Guru Varga we are publishing. Who is going to read? They can read all false philosophy. They cannot read. From Sachan Tosani, Gauriya, or you know, Nodhya Prakash, countless. Even I think in your whole life you cannot во времена Шрилы Прабхупады опубликовано было множество замечательных книг, статей Саджанатошани в Наде Пракаше, но не все могут это все успеть прочесть за свою жизнь. Param Ishwar is one and single. But Ishwara, Brahma is also Ishwara, Shankar is also Ishwara, Varun, Indrodaya, Ishwaranam. That's why here is plural number, not singular number. И вот здесь Ишваранам, слово Ишвара в множественном числе в санскрите есть. Единственное число, двойное число и множественное. Если предметов или чего-то больше, чем два. Санскрит, он более научный язык, настолько научен, что во всем мире сложно найти что-то подобное. Он очень совершенен относительно того, как говорить, как произносить и прочее все. И вот что Шанкар Бхагаван говорит, что Брахма говорит, мы должны следовать этому, если мы хотим имитировать это. Но кто-то хочет исследовать какую-то расалили, танцевать на дискотеке где-то. И вот так превращают мат в какой-то воскресный или субботний клуб, или в дискотеку, но проблема в том, что они называют это матром. Назвали бы дискотекой, и никто бы не возмущался. Зачем называть, вводить людей в заблуждение и называть храм там, называть вещи не тем, чем они являются. И вот мы хотим следовать Бхагавану. И вот Нитянанда Прабху, он говорит, он дает наставление нам. Ну, не какие-то люди хотят находить только недостатки, в нем говорят, что он носит украшения, зачем это надо? Что за саньяси? Ну, такое. Ну и что же делать? Гуранга Махапрабху отвечает, какой-то браман, ну, возмущаться, что за саньяси такое, столько украшений носит. И Махапрабху сказал, Нитянанда Прабху, он и вот какие-то группы вырывают какие-то вещи из контекста и оправдывают свое недостойное поведение этим. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что демоны, они тоже цитируют Писание, и что no.
То есть можно еще заметить, что многие люди говорят одно, а делают, если не противоположное, то совсем другое. You can follow, cannot follow. It is not obligatory for you. Whatever Shastra, scripture or judgments, Harikatha and speaking, all Siddhanta Vishnu, all applicable in my life. Because I am acting as a child. All my fault. You can accept, cannot accept what I can do. At least you have the scope to see my idealism, that at least I am following. И вот однажды я сказал Гуру Махараджу, я вынужден был сказать, что вот там саньяси занимается какой-то ерундой. А я пытался. My speech is standard. If you are able to accept, you accept it. There can be countless complaints. What I can do for that? They can follow, they cannot follow. If you are interested, you follow. He told me, let them do what they like. I told my standard speech. If they like to accept, they can accept. They don't like, they can. I cannot force them. That day I gave my teachings. All Satya Siddhanta, all etiquette, all Siddhanta Vishar, all instruction of Shastras, all applicable in my life. I cannot force you to accept it. You can accept, cannot accept. В общем, Гурудев сказал ему, что нужно принять все в своей жизни, а ну, прежде всего смотреть за собой, кто там что делает, это уже дело десятое. Что главное, следить за своим баджаном. Кто такой Нитянанда? Нитянанда — это абсолютный адхикари. Он единственный, кто имеет право распространять прему. Нитянанда может все. Мой Гуру Махарадж говорил, что не все верят в Бхагавана. Кто-то не имеет достаточно веры в Бхагавана, носит какие-то камни, часы, что там. Nobody is speaking. When in other Sampradaya, by this time, you know what to do. Amazing. Prabhupada never used. Вот Сила Прабхупада часть часов никогда не носил, а тут какие-то люди постоянно норовят часы ему на мурте Силы Прабхупады надеть. Никто даже не возмущается. То есть, ну, и проповедь, так называемая, строится на том, чтобы не замечать ничего, что происходит вокруг. Но проповедь ли это или простой обман? И вот Махапрабху говорит, что They are bound in the roots of religion. Like Bhakti Siddhanta Bhai.
Как вамши, вадас вамши, как его, вамши дас бабжи махарадж, вроде так. И вот он очень странно себя вел, ходил без одежды в одной колпине. Ну и Шрила Прабхупада, он не рекомендовал своим ученикам ходить к нему на даршан, поскольку могут превратно понять, он еще ходил с табачи, предлагал горни этот там как их хука трубку для курения табака. И вот вамши дас бабаджи махарадж, он предлагал эту трубку Нитьянанде Гуранге и смеялся. Они не берут, не принимают. И сам, но делал вид, что курил. И вот в виде их можно превратно понять их поведение, образ жизни. Кто-то из нашей Говарги после того, как Шрила Прабхупада ушел, они решили, ну, как какой-то уединенный баджан начать на Шрила Бхакти, да, это Мадхава Госвами Махарадж приехал к ним и говорит, сказал, что вы должны строить свой храм. Бон Дев Госвами Махарадж, он великий вайшнав, или Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж, или Шрила Бхактивинода Тхакура, или Шрила Прабхупада. Они все великие вайшнавы. И если кто-то критикует их, то что толку с такого человека? Даже сам Кришна хочет взять пыль с их лотосных стоп. И вот Нитьянанда. То есть некоторые думают, что если Нитьянанда женился, то саньяси тоже могут жениться, но забывают, что Нитьянанда не обычный саньяси, а вот худ саньяси внешне. Он может поддерживать какой-то статус в одежде, а может и нет. И вот в читании читамрите и вот Нитьянанда, он буквально плавает в океане премы, поэтому ведет себя иногда странно. Если кто-то имитирует его, то наставление Нитьянанды не принимает. Но что толку от такого поведения? И вот Махапрабху сказал, что в Нитьянанде не может быть никаких недостатков, если Нитьянанда в какой-то день примет даже какую-то женщину с мусульманской семьи, но все же он безупречен. Это не значит, что Нитьянанда за пределами. Он на таком уровне, где он безупречен. Но опять же, это не значит, что он какую-то мусульманку примет. Это просто такой пример, что даже это его не осквернит, он безупречен. Because he is already intoxicated.
Нитянанда, он буквально опьянен Кришна премой. И поэтому ничто не может не осквернить его, его не помешать ему. Но не все это понимают. И вот Шукадев Госвами, он произнес такие слова. Махапуруши, Шанкар Бхагаван, он выпил вот этот яд. Но это не значит, что мы можем даже каплю яда этого выпить. Даже запах этого яда нас убьет. И вот Шанкар Бхагаван, он выпил весь этот яд, но это не значит, что мы можем имитировать его. Шанкар Бхагаван хотел показать, что я бесполезный домохозяин. Но никто не знал, это просто его лила. Он тот, кто победил вожделение. Но многие превратно понимают Шиву Шанкара и пытаются пить яд, и в итоге умирают. Когда Бхагаван Шри Кришна дал замечательные наставления в Гите, в Бхагаватам. Но кто заинтересован в этом? Если Бхагаван Шри Кришна являет раса лилу, то некоторые видят в этом оправдание своих низких чувств. Но что такое раса лила? Я говорил предваряющую речь к раса лиле. Вот что такое Вастахаран, Лила, Венугита. Но кто изучает такие вещи? И вот что же делать, мы должны совершать Вани Севу с великим энтузиазмом. Если кто-то пытается бороться с Нитянандой, куда же он попадет? И вот один преданный написал Махараджу письмо, что там случилось, и Махарадж пошел молиться Нарсимхадеву к нему, совершить 108 этих парикрам Нарсимхадева. Но кто-то думает, что Махарадж бессердечный, говорит как-то жестко и не совсем уважительно в чей-то адрес. И вот те, у кого есть трансцендентный разум, они не занимаются имитацией чистой гуру вайшнавов.
они пытаются следовать их наставлениям. You can say, they can complain, Maharaj, what you are speaking, you are doing. But why not applicable for them? They cannot understand. Because they are Bhagavan. They have so many responsibilities. Bhagavan Sri Krishna can help Bhagavan Sri Krishna. His previous promise, commitment. Krishna can do rasa, to give rasa. According to his previous commitment, he is doing this kind of lila. But there is absolute vairagya inside the heart of Krishna. Nobody can even imagine. Krishna, хотя совершает расалилу, но все же внутри его сердца такая вайрагия, такая отреченность, что никто не может представить и думает, что Кришна какой-то наслажденец. Но Кришна имеет, он обладает всеми качествами во всей полноте, как он абсолютный наслаждающийся, также абсолютный, имеет качество абсолютного отречения. И вот многие люди превратно понимают Кришну, его учение, пытаются имитировать. И вот вчера я говорил, что Шрила Кешав Госвами Махарадж говорит, Анишва, те, кто не являются Ишварой даже в уме, они не могут имитировать поведение Ишвара. But they don't know, actually, if it is mentally prohibited, mean sense organ also prohibited. Mentally prohibited mean mind is the controller of all sense organ, boss of all sense. So if mentally prohibited means prohibited, totally prohibited. Naitav samachare jatu manasabhi anisvaraha, vinaswati acharan maudra, yatha raddo adhijam visham. But they are going to listen, they are going to speak, okay, no problem. They are going to speak the last sloka of Rasa Lila, they are going to listen. В общем, Махарадж говорит о том, что многие не понимают сути расалилы и поведения Кришны и всего остального. I have to depend upon my Gurudev, na? Kesava Goswami Maharaj or Sridhar Goswami Maharaj or okay. I have to depend upon, na? Because of where I am getting? By violating Gurudev, I can get. Vikriritam vajavad viridhan chavish shaddhan nitam anusranavad atabarana yajya. This is. This way, it is written, if you go on, you know,
И вот некоторые люди в одеждах ачари заявляют, что нужно читать только Расалилу и ничего остального. Никакой философии, ничего не следовать, ничего не делать, и все произойдет само собой. Но их советы можно сравнить с муравьями, которые приходят насладиться медом, но прилипают к этому меду и в итоге умирают. И вот такие люди, которые слушают Расалилу, так называемые последователи Рупы, Рупануги, они вот оказываются в таком состоянии, что просто помирают в процессе, как мухи и всякие пчелы, муравьи, пытающиеся съесть мед, попадают и в этот мед и прилипают к нему, в итоге умирают. Ачирена дхира, кто может стать дхира? Вы дхира. Что такое дхира? Дхира значит тот, кто контролирует свои органы чувств, утвердился в татве. Ачирена дхира. Есть разные уровни преданных, уровни бхакт, кто-то избавился от анатхи, у кого-то какой-то запах анатхи не остался небольшой. Ачирена дхира, и для них нельзя. Человек, который полон анартх, он не может совершать баджан. Нужно сначала избавиться от всех недостатков и уже потом начать. Almost gone. And they are trying to serve both Bhakta Bhagavat and Granta Bhagavat. Granta Bhagavat and Bhakta Bhagavat. Nashto prayeshu abhadreshu nishtam bhagavata sevaya. There the sloka explained 1 month before. Nashto prayeshu abhadreshu, what do you mean? Abhadra means anartha almost gone. Nashto prayeshu almost gone. Abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Hello, that is the point. But they like to misguide people. They like to misguide because they are not following their Gurudev. They have no power to come in front of him. Because in front of public online you can, I can show from Sastra. They use it. Where from you got? Prabhupada told Kesu Goswami, where from you got? They cannot come. They avoid me. They get, oh, he's useless. He's more practical for me. Because no garbage cannot come. This way, they like to also Chaitanya Bhagavad, Rasalila, about Chaitanya, about Nityananda Balaram. I wanted to discuss yesterday.
И вот раса лила Нитянанда, она отлична от, точнее, это Махараджи вчера говорил, раса лила Баларама, она отличается от расы лилы Кришны. И происходит в другом месте. Один какой-то писатель написал множество книг. И еще написал, что Нитянанда не может совершать никакую расы лилу, а Вриндавадас Такура Махашо еще в своих книгах давно написал, что только глупцы говорят, что Нитянанда не может совершать расы лилу. Я об этом говорил прежде. И вот все творение, поддержание, разрушение, все случается по воле Нитянанды. Кто такой Нитянанда? Это Анантадев, он сама бесконечность, он за пределами человеческого понимания. И вот Бхагаван, он принял форму Шуда Саттва-мурти внешне. Мы можем видеть, они выражают какую-то другую сварупу, но внутри различные лилы. Нитянанда Ананта. Все лила, и все творение, которое происходит в этом материальном мире, если пытаться понять, что такое основа всего этого, это Анантадев. И вот на основе Анантадева все космическое мироздание и все остальное, как материальное, так и трансцендентное. Как бесконечный океан. В океане волны. И вот одна волна сменяет другую, и так далее. И также слава Нитянанды, она бесконечна. Есть одна волна. И вот в общем, эти волны подобны различным объяснениям славы Нитянанды. Так, вот здесь слово «симха», что оно значит? Его сила сравнивается с львиной силой, и различные комментаторы пишут немного различные объяснения этому. Какие-то комментаторы пишут, когда Варахадев явился, чтобы спасти эту землю. И земля, когда Вараха прикоснулся к ней, она почувствовала какое-то чувство блаженства. И вот имя Анантадева кто-то. Если кто-то искренне скажет «Джай Анантадев», произнесет имя Анантадева, Нитянанда Баларама, так или иначе. Anyhow, if someone will say,
если кто-то вас произнесет имя Нитянанда. И вот в Акшинпадьяте говорится, что если кто-то подскользнулся и падает и произносит имя Кришны, так или иначе. И необразованные люди даже, которые не могут произнести правильно. Но все же Бхагаван принимает наше сердце. Даже кто-то не может произнести Кришна даже сегодня. Кришна говорят, или еще что-то. Или здесь, в Индии, тоже Вишну не все могут произнести. Но так или иначе, Господь Баба Грахиджанардана, он принимает чувство, с которым произносит его имя, как кто-то Вишнаве, кто-то Вишная. Все это неправильно, но все же Бхагаван, он принимает чувства таких преданных, их настроение и принимает их желание произнести его святое имя. И вот мы с незапамятных времен скитаемся по этому материальному миру. Если мы так или иначе сможем произнести имя Нитинанда Баларама Анантадева, то вся наша обусловленность, она уйдет. И вот вайшнавы никогда не оставляют Нитянанду и его преданных. Преданные Нитянанды, они великие вайшнавы. Они не оставляют лотосный стоп Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа или Шрилы Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа, поскольку они пришли от Нитянанды. И вот поэтому те, кто по-настоящему умны, разумны, они всегда прославляют Нитянанду. И примеры могу привести. Один вайшнав, только и только, он прославляет другого чистого вайшнава. Можно заметить это. Or you can play some drama. Actually, I invite you all to hear Harikatha from you. Actually, foolish. Very clever. Then, you meant to like to make fool of us. Actually, I invite you all to hear from you. Yeah, you are very clever. You like to hear. But you never heard about from Guru Pada. You like to hear from Mandesha. Very clever. You speak Harikatha. Very clever. You have to prove that you are Trinadar. I know what kind of great demon you are. You can make fool of other people. So, one pure devotee can glorify another. И вот чистый преданный, он может прославлять другого чистого преданного. И чтобы понять, кто такой вайшнав, можно посмотреть, кто прославляет настоящих чистых вайшнавов. Если человек этим не занимается, то сразу видно, кто есть кто. И это главный признак. Я могу привести пример от Шрилы Прабхупады. Если вы не сможете достойным образом прославить гуру вайшнавов, а только критикуете их, то Нитянанда, он будет недоволен вами и выгонит с духовного пути. Лотосные стопы Нитянанда не вечны. И те, кто находится у лотосных стоп Нитянанды, они тоже вечны. So let them serve.
И вот наша обязанность спасти, пытаться помочь и спасти всех, кто просит. И вот как же помочь людям? Манчатар Патрусики Пасин, Патитаран Павана, Бхавишна, Кюрму.